нарушается общественное отношение. В 18-м, первой половине 19 века археологи, палеонтологи, этнографы накопили эмпирический материал по объему уже достаточный для разработки научной теории антропосоциогенеза. Антропосоциогенез, то есть расшифровывается как происхождение человека и общества. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Буше де Кравкер де Перта. В 1840-1850 годах он искал, собирал грубо оббитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтом и тому подобное. Открытия археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клерикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами носила чуть ли не детективный характер. Только в 1860-х годах, то есть через 20-10 лет, его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Значит, вот этот археолог, о котором идет речь, Буше де Кравкер де Перта. Учение Дарвина как основа материалистической теории антропогенеза. В первой половине XIX века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечества получал качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека Богом. Даже Ламарк не решался донести до логического завершения идею эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога в происхождении человека. Он завершил разбор проблемы происхождения человека в своей философии зоологии словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. Надо закрыть нам там дверь. Это шум. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в котором на громадном фактическом материале из сравнительной анатомии, зоогеографии, истории, археологии Дарвин обосновывал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции. А человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших, более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты клерикалами и креационистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей,
Тем не менее, последующее развитие учения о происхождении человека было возможно только в русле естественно-научного материалистического мировоззрения. И вот, так сказать, можно сказать, что материализм переходил к своему господству в философии одновременно с развитием естествознания, с развитием позитивных наук. Тот, кто не смотрит, подобно дикарю, на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения, писал Дарвин. После работ Дарвина материалистическое положение о животном происхождении человека стало краеугольным камнем теории антропосоциогенеза. Поскольку человек – это не только биологическое, но и социальное существо, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе в биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще и некоторый надбиологический социокультурный фактор. Какой же это фактор? Ответ на этот вопрос дал Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В ее основе лежит идея о том, что труд – не просто средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бытия, а вместе с тем и решающим критерием, разграничивающим человека и его животных предков, человекообразных обезьян. Идея о роли труда в происхождении человека и общества не потеряла своего происхождения, свое значение и по сей день. Все специалисты по древней археологии, палеоантропологии исходят из представления решающей роли труда в антропосоциогенезе. Предпосылки антропосоциогенеза. Общей предпосылкой возникновения человечества выступило длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропосоциогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими абиотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции, историческое развитие биологических организмов определяется рядом эволюционных факторов – мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественным отбором и другое, включенными во взаимодействие с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельного индивида, а на популяцию. Через последовательную смену поколений сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определяло предпосылки и протекание антропосоциогенеза. Абиотические предпосылки антропосоциогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропосоциогенеза. Становление человека происходило в последний период кайнозойской эры истории Земли, в конце эпохи неогена. Геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которой определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропосоциогенеза включают в себя оледенение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы,
Повышение уровня радиоактивности в результате землетрясений, горообразований, тектонических разломов коры и другое. Изменение магнитного поля Земли за последние 5 миллионов лет. Магнитные полюсы Земли менялись 4 раза и так далее. Биологические предпосылки. Понять антропосоциогенез невозможно, не проведя анализа эволюции высших биологических организмов, их анатомо-физиологического строения, которое послужило предпосылкой формирования определенной телесной организации человека, а следовательно перехода к трудовой деятельности, формированию сознания. Современное материалистическое естествознание исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира, человекообразных обезьян. Хотя есть исключения из этого общего правила. Вот у нас тут в университете успешно была не так давно защищена кандидатская диссертация Виктора Теном, где он доказывал, что не от обезьян произошел человек, а от морских животных, от дельфинов, которые вышли на Землю. Биологические предпосылки, следовательно. Человек и обезьяна имеют столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Приматы – высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне насчитывается около 200 видов приматов среди более чем 4000 видов млекопитающих. Трудно себе представить появление человека в составе иного отряда, менее одаренного. Примат обладает широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций их передних конечностей обусловили развитие большого по размерам головного мозга и его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трехмерном пространстве и цепкие передние конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокая координированность движений требует высокой организации нервной системы. Основные пути перестройки телесной организации ископаемого предка в направлении очеловечивания – это прямохождение, развитие руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Прямохождение, развитие руки и мозга. Переход к прямохождению, смена древесного образа жизни на наземный – одна из важнейших предпосылок формирования гоминид. Использование природных предметов – это еще не труд. Труд предполагает создание специальных орудий труда. Поэтому австралопитековых относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, использование природных предметов для добывания пищи делает этих человекообразных обезьян непосредственными предшественниками человека. Биологическая эволюция австралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасности для жизни австралопитека. Так, ряд черт поведения австралопитековых, сложившихся в условиях древесной жизни, был малопригоден, а то и вовсе вреден для наземной жизни. Австралопитек медленно бегал, у него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая плодовитость, как и у всех высших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления и развития тех качеств австралопитековых, которые позволяли
противостоять враждебной окружающей среде. Прежде всего совершенствовались прямохождение и устойчивость тела, увеличивалась подвижность передних конечностей для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения. Выкапывание корней и клубней, сдирание шкуры с убитого животного, разрезание мяса и тому подобное. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, возрастали зависимость членов стада, их сплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения, психика, формы отражения. У антропоидных предков человека трудовая деятельность, производство орудий труда, закономерно и неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудий труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира качественный скачок. Из биологического мира посредством трудовой деятельности выделилась качественно новая форма материи – человеческое общество. Ведущей биологической предпосылкой, которая цементировала все остальные предпосылки антропосоциогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива, была, видимо, стадная охота. Именно в стадной охоте, деятельности в принципе коллективной, складывается и орудийное, практическое отношение к природе, и социальные отношения между членами первобытного стада, а также формируется высший уровень психики – сознание. Вместе с тем, возникновение зачаточных форм труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологические факторы. Еще долгое время природные условия вели за собой формирующегося человека, постепенно выходившего через посредство орудий труда из животного состояния, преодолевавшего путы природно-биологических связей, формировавшего деятельное практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно. Так образно характеризовал первоначальные формы человечности один из выдающихся антропологов XX века Пьер Тейяр де Шарден. Биологические предпосылки социальных отношений. Генезис человека – это единый процесс морфофизиологического превращения животного в человека – антропогенез. Из стадных объединений животных в человеческое общество – социогенез. Становление социальных отношений способствовало обузданию биологических инстинктов, в том числе проявлений зоологического индивидуализма, замене их отношениями социальной коллективности. Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то накопленный в процессе труда опыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново от одной особи к другой, а от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Биосоциальное общение у антропоидов поддерживается средствами коммуникации, язык, жестов, звуковые сигналы, выражающие радость, печаль, злобу, возбуждение и тому подобное, действиями, поцелуи, объятия и другое. Важную роль играет и демонстрационное манипулирование, как зачаточная форма передачи индивидуального опыта стадному коллективу или его части. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими, завершение антропосоциогенеза. Обратимся теперь к современным проблемам человека.
Антропоцентризм как принцип современной философии. 20 век в науке, культуре и философии характеризуется как антропологический поворот к человеку. Антропологический поворот, связанный с именами Соловьева, Шеллера, Плеснера, Бердяева и других, был вызван не столько реакцией против тотально научного подхода к человеку, сколько необходимостью изменения классической философии, которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания высших ценностей, стремление к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличают человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его к психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решений и поступков. Современная эпоха радикально отличается от периода становления философской антропологии. Конечно, и в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно научных дисциплин, таких как биология, археология, этнография, за право называться теорией человека. Задача современной антропологии состоит в выработке на основе частно-научных определений единой систематической теории человека. Основные концепции философской антропологии XX века. Представители философской антропологии выдвинули программу философского познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить онтологическое, естественно-научное и гуманитарное учение различных сфер человеческого бытия с целостным философским постижением. Реализация этой программы должна была осуществиться на базе науки философской антропологии. Представителем ее является Макс Шеллер, 1874-1928 год. Философская антропология – это учение о человеке с точки зрения бытия самого человека. Что же представляет собой сущность человека? По мнению представителей этого течения, антропологический дуализм духа и жития, и жизни. Поскольку жизнь есть нечто общее и для человека, и для остального органического мира, человек может претендовать на особое положение в бытии, если дух предстает как нечто принципиальное для жизни. В работе «Положение человека в космосе» Шеллер выявляет статус человека через соотнесение человека с другими формами органического мира. Чувственный порыв, инстинкт, ассоциативная память и практический интеллект в этом человек не отличается от животного. Человек – естественный человек, есть животное, утверждает Шеллер. Он не развился из животного царства, а был, есть и всегда останется животным. Но есть и существенное различие. Это наличие у человека духа. Шеллер не просто констатирует наличие этого факта, а стремится дать человеку характеристику как духовному бытию. Наиболее важная характеристика человеческого духа – это открытость миру. Животные ограничены средой обитания. Дух человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается с Шеллером, с его онтологической свободой, и в силу этого человек способен постичь предметов в их объективном бытии. Арнольд Гелен, 1904-1976, считал, что специфику и сущность человека определяет в ходе сравнения с животными. И эту специфику он связывает с особой исключительностью биологической организации человека. Человек – это существо, открытое миру, утверждает Гелен, и эта открытость определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, то есть неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом. И как биологически недостаточное, неготовое, неустановившееся существо,
Человек должен сам решать задачу своего выживания. В силу этого человек является существом действующим. Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения его жизнедеятельности. Открытость миру и действенность человека обусловливают главный принцип его существования – принцип освобождения от бремени. Суть этого принципа – совокупные недостатки человеческой конструкции, которые в естественных условиях представляют тяжелое бремя, человек превращает в условия своего существования. Результатом этого становится превращение человека в культурное существо. Культура является определяющей сущностью человека. В основе культуры лежит духовное начало, как полагал Арнольд Гелен. Хельмут Плеснер. 1892-1991. Он понимает, что свободу, способность к культурному творчеству нельзя объяснить лишь специфической биологической структурой. И он обращается к особенностям психики человека. Человек отличается от животных эксцентрической позицией. В силу этого человек способен отделять свое «я» от физического существования. Осознание собственной самости, осознание себя как личности приводит к осознанию внешнего мира. Собственное существование, равно как существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное. Отсюда тяга к поиску такой основы мира, которая не подвержена случайности. Поиск абсолютного бытия, Бога. И вот как бы уходили от Бога, и к Богу пришли в социальной антропологии. Поскольку человеку не дано знание, лишенное сомнения, он обречен на бесконечные поиски устойчивого бытия. Как видно из вот этого относительно краткого содержания, проблема сущности и бытия человека принадлежит к разряду вечных философских проблем. Таким образом, мы с вами вот через анализ предшествующих философских концепций подошли, наконец, к пониманию человека как существа общественного. И как можно ответить на вопрос о том, а в чем сущность человека, если вот бытие человека состоит в том, что это животное, животное общественное, говорящее, разумное и трудящееся, то сущность человека есть совокупность общественных отношений. Вот это вот самое современное понимание человека не только с точки зрения его бытия, но и с точки зрения его сущности. А коли мы приходим к пониманию человека как такого бытия, у которого сущность общественная, то и это вот общественное бытие или общество должно быть рассмотрено в контексте общего понимания материи. Тема, которую мы сейчас открываем, социальная форма движения материи. Социальная форма движения материи.
социальная форма движения материи. Ну вот первый вопрос, который нам надо рассмотреть, это вопрос о том, как вообще понимается материя. Что такое материя? Некоторые берут за определение материи высказывание Ленина в книге «Материализм и перекритицизм», что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Но уже сегодня мы с вами говорили о том, что такое сложное. Сложное – это связанное, сложенное из простых. Правильно? Можно ли считать тогда на такое определение, отвечающее этому требованию? То, что это суждение, это бесспорно. Да, действительно, материя – это объективная реальность, которая дана нам в ощущениях, она может копироваться, отображаться нашими органами чувств, нашим мозгом в процессе познания. Но материя как материя – более простое понятие, чем ощущение, чем мы. Потому что, говорится, объективной реальности даны нам в ощущениях. И даже вопрос о реальности – это тоже вопрос о том, а как понимать реальность вот в науке логики Гегеля. Реальность понимается как форма определенности. Определенность бывает или отрицание, или реальность. Качество берется и как отрицание, и как реальность. То есть как нам нужно понимать все-таки материю – и как ее определять, исходя из того, что это самое общее определение в философии материализма. А раз оно самое общее определение, то можно ли его определять через более конкретный? Ответ на этот вопрос, естественно, отрицательный. Вот Энгельс говорил, что единство мира в его материальности. Вот и все. То, что можно сказать о материи, как о материи, что материя – это то единое, что есть. Вот то единое, что есть, есть материя. А если мы будем говорить о сознании и о том, что вот есть и сознание, а сознание не есть как отдельное что-то от человека, а это есть лишь свойство высокоорганизованной материи, не более того. Точно так же, как отдельно от человека не существует рост, вес, ум, точно так же и сознание не является отдельной какой-то материей, а есть лишь характеристика той материи, о которой идет речь. Поэтому мы в своем определении ограничимся утверждением о том, что материя – это то единое, что есть. В истории науки и в научном построении бывают такие ситуации, когда требуется объяснить самое простое, лежащее в основании всего остального. Вот тогда, когда строится научная система, более конкретная и сложная, в основе которой лежит вот это более простое определение, тогда тем самым это определение получает то наполнение и то значение, которое оно имеет. А в самом начале нам придется руководствоваться вот тем простым высказыванием, которое я сделал, что материя есть то единое, что есть. И то единое, что есть, может рассматриваться с точки зрения организации того, что есть. Мы можем выделять разные уровни организации материи в зависимости от того, к какой форме движения относится эта материя. И движение, как способ существования материи, является поэтому одновременно и определением материи. Материя не существует как недвижущаяся. Нет такой материи, и нет материи вообще без движения. Вот что такое движение, с ним такая же самая проблема, что и с материей. Как материю трудно определить, поскольку она первична с точки зрения простоты, так и движение. Вот если мы будем раскрывать разные формы движения, мы тогда можем понять, насколько просто движение, которое берется как движение вообще. Вот мы будем говорить в дальнейшем
о социальном остановлении, потом о социальном изменении, о социальном развитии. Но это конкретные формы движения. А если речь идет о движении вообще, но оно также по существу берется просто как способ существования материи. Есть тот способ, каким материя существует. Не бывает материи не движущейся. Материя есть то, что есть, и оно есть только как движущаяся материя. Вот в такой форме мы и должны ее брать как основание дальнейшего философского построения. При этом мы различаем уровни организации материи, среди которых наука выделила следующие уровни. Первый уровень – это механический уровень организации материи. Сюда входит все то, что двигается механически. С точки зрения механического движения есть небесная механика, есть обычная механика. То, что двигается механически, то есть, когда мы не принимаем во внимание ни сознание, ни действия каких-то более высоких форм организации материи, ограничиваемся перемещением в пространстве тех или иных частей или элементов. Когда речь идет о перемещении, о движении в пространстве, то речь идет о механическом уровне существования материи. Вот иногда говорят, употребляя понятие механизм, а у Гегеля в науке логики механизм понимается как внешнее соединение частей. Нет никакой связи внутренней между частями. Если мы возьмем живого человека, то все у него элементы связаны самым теснейшим образом и не могут быть отделены одно от другого без, так сказать, соответствующего повреждения и функционирования всего человека. Например, где начинается рука? Если это живая рука, а не кости руки у скелета, и который, как говорится, скелет может толкнуть, и кости скелета будут двигаться, и руки, так сказать, бывшие руки или кости руки будут как маятник качаться. Где начинается живая рука? Поскольку рука живая, то она снабжается и обеспечивается кровью, которая приносит полезные вещества и удаляет шлаки. Следовательно, она начинается от сердца. Но если вы пошевелили пальцами, то откуда идет сигнал? От мозга. Значит, можно считать, что рука начинается от мозга. И никакой перегородки такого рода, которая вот предполагает всякие механические конструкции, когда есть внешнее соединение частей, нет такого, чтобы здесь закончилась рука и стояла бы дверца такая или клапан, после которого уже идет не рука, а плечо. Или после руки, после плеча идет рука. То есть, если речь идет о механическом соединении частей, то это чисто внешнее соединение вот этих частей и элементов. Так у Гегеля определяется механизм во втором томе, нет, простите, в третьем томе науки логики, учения о понятии. Механизм. Отсюда мы можем сделать такой вывод. Вы механизм с головой видели когда-нибудь? Не может быть механизма с головой. Это противоречит самому пониманию механизма, механического движения и механического уровня материи. Вот есть небесная механика. Все, так сказать, движение осуществляется, планеты вращаются, они двигаются вокруг Солнца. И, конечно, у первобытных людей или людей неразвитых было представление, что это, так сказать, не без мозга, не без какого-то высшего разума делается, но, как показывает развитие небесной механики, механики вообще, и вообще физики, и астрономии, разум к этому не имеет никакого отношения. Все это движение совершается естественным путем, механически. Неестественным был бы покой, который на самом деле в природе отсутствует. Нет никакого покоя. Покой – это чисто относительная истина, когда мы что-то рассматриваем неподвижным по отношению к другому. Вот, скажем, мы здесь находимся,
в неподвижности по отношению к этой аудитории, а эта аудитория в неподвижности по отношению к этому зданию. А это здание вместе с Землей вращается с такой скоростью, что совершает один оборот за сутки и мчится по кривой, по эллипсовидной траектории вокруг Солнца с такой скоростью, что совершает оборот в течение одного года. А поскольку Земля имеет еще и определенную ось наклона, то, соответственно, поскольку этот наклон не меняется, то разные территории или участки земной поверхности по-разному освещаются в одно время и в другое время. Отсюда и чередование времен года, весна, лето, осень, зима, которые мы с вами наблюдаем и знаем. Тем не менее, обратите внимание, что очень часто в литературе хотят получить какой-нибудь механизм управления, который бы управлял обществом. Хотя механическое управление – это, так сказать, безголовое управление, или управление, которое не озарено сознанием и разумом. Поэтому вот сам по себе этот переход от сознательного управления обществу к стихийному, он приводит, и у нас в стране привел, начиная с 90-х годов, к экономическим потерям, которые означали, что производство промышленной продукции, в целом производство продукции в стране сократилось вдвое, если взять Россию в пределах РСФСР и Россию современную. И вот то, о чем много потом говорилось, об удвоении ВВП, было связано с одним – попытаться, значит, выйти на тот уровень экономического развития, который был в РСФСР. Удалось выйти на этот уровень? Не удалось. Не удалось выйти, потому что при том, что в целом по объему, можно сказать, уровень достигнут такой, но по станкостроению, по машиностроению, по тем производствам, которые являются наиболее сложными и необходимыми для развития всей экономики, как раз имеется очень большое отставание. И тем не менее, вот такие разговоры, что, дескать, надо вот не ручным управлением, а надо иметь некий механизм, который будет за нас, за людей это решать. И эти вот идеи, они очень греют некоторых чиновников высшего уровня, которым неплохо было бы, если бы они могли получать свою зарплату, ничего не делая, за них бы эту работу делал бы некий механизм. Поэтому, если вы возьмете, скажем, современную экономику, она, эта экономика, монополистическая, а каждая монополия в рамках собственности одного капитала развивается планомерно, а не механически. Точно так же, как планомерно развивалось в той или иной мере производство и в крупных рабовладельческих латифундиях, планомерно развивалось производство и на барщине, и были там управляющие, потому что всякий непосредственно общественный или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое поддерживает связь индивидуальных работ и осуществляет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот экономика современной России – это единственная в мире монополия, в которой нет плана развития этой монополии. На сегодняшний день у нас даже принят закон о стратегическом планировании. Закон есть, а плана нет. Плана развития России нет, хотя в России государственный сектор, то есть в рамках которого можно составить план, поскольку нельзя составить план, если вы не имеете единой собственности. А в рамках единой собственности 70% экономики России могла бы существовать планомерно, а 30% могла бы получать государственные заказы, за которые во всем мире бьются, и никто от государственных заказов не отказывается, поскольку гарантировано бюджетное финансирование.
Ну вот, к сожалению, у нас этого нет, и у нас отдельные предприятия государственные, такие как, скажем, Роснефть, Газпром, Вертолеты России, Космическая корпорация, Роскосмос, корпорация двигателестроительная, корпорация кораблестроительная, авиастроительная и так далее. Они как бы существуют как отдельные предприятия, хотя собственность государственная охватывает 70% нашей экономики. Можно сказать, что вот это понимание движения только как механического, оно характерно для товарного хозяйства или для мышления по типу товарного хозяйства, когда все понимается таким образом, как было в эпоху Адама Смита и Рикардо, когда был рынок, стихийная конкуренция, и нет понимания того, что стихийная рыночная конкуренция сама по себе естественным путем приводит к тому, что одни конкуренты побивают других, и в итоге образуется монополия. То есть кто за конкуренцию, он должен признать существование монополии как следующего этапа в развитии капитализма. И это еще понимание современного капитализма как монополистического, то есть как империализма, оно, к сожалению, в головах еще не очень распространено. В головах по-прежнему отстала идея о том, что рынок все сам решит, он все это отрегулирует, но ничего уже отрегулировать не может, потому что в современной мире господствует монополия, они устанавливают цены, они регулируют источники сбыта и способы получения, источники сырья и рынки сбыта, способы получения и производства товаров. И прежде чем товар начинает производиться, он сначала есть в идее, и сначала решаются вопросы его сбытия, а потом он начинает производиться. Вот какая сейчас форма торговли распространена? Если нам нужно продать танки, что мы делаем? Мы танки производим, а потом везем продавать? Нет. Мы везем, так сказать, на какую-нибудь выставку один или два или три танка, показываем их в действии, потом заключаем договор, например, с Индией на 300 танков Т-90. И после этого начинается производство. Причем начинается производство тогда, когда половина танков, которых еще нет, уже оплачена. Вот из этих 300, пожалуйста, 150 оплатите. Тогда начинаем разворачивать производство. И после того, как мы его развернем и вам поставим, вы за вторую половину оплатите. И так во всем мире. То есть во всем мире в условиях империализма уже действует работа на заказ. Тем не менее, вот такого рода представление вполне правильное для рассмотрения механической формы движения и механического уровня организации материи, когда они распространяются на общество, это, так сказать, имеет свои негативные результаты. Следующая форма движения – это движение на уровне молекул, да, и атомов, а также различного рода полей. Это что такое? Это физический уровень существования материи. Есть молекулы. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из протонов, нейтронов и движущихся электронов. И более мелких частиц, которые называются бозоны, фермионы. Организация материи имеет дело с образованием молекул из отдельных атомов и с образованием более сложных молекул из более простых. Скажем, есть натрий, такой металл, который легко режется ножом, воспламеняется на воздухе. Если бросить его в воду, он начинает носиться по этой самой, по поверхности воды, и может взорваться, раскалиться и взорваться. А в итоге этой реакции получается натрий OH, то есть получается щелочь. А если вы соедините этот металлический натрий, который нельзя хранить на воздухе, он сам возгорается, его хранят в специальных, так сказать, сосудах с керосином. Если вы хотите его соединить с ядовитым газом, хлор тоже, так сказать,
который в чистом виде является чистым ядом, вы получите натрий хлор, который мы употребляем с вами в пищу. То есть совершенно другие свойства, совершенно другие формы движения, и этот самый натрий хлор выполняет функцию одного из строительных элементов более высоких организмов. За вот этой химической формой движения и, соответственно, химическим уровнем организации материи идет уровень организации материи биологический. Да? Биологический уровень организации материи в основе своей имеет белок. А белок – это не просто вещество, а вещество, которое само поддерживает свое существование путем обмена веществ с окружающей средой. И есть такие виды биологических организмов, которые сами способны вырабатывать белок из минеральных веществ и воды под воздействием солнечных лучей. Как они называются? Они называются растения. Растения все обладают таким свойством, что они могут из воды, минеральных веществ, которые берут из земли, и под воздействием солнечных лучей в хлорофилловых зернах формируют белки. И есть такие растения, которые этим свойством не обладают. Это исключение. Грибы. Что такое грибы? Это бесхлорофилловые растения. Раз они бесхлорофилловые, они обладают только одним свойством. Они берут одни белки и перерабатывают их в более сложные белки. Известно, что грибы по своей структуре и по ценности биологической, они приравниваются к мясу. То есть они как бы люди почти, как мы. И нога есть, и шляпка есть. Единственное, что нет мозга. А вот, как говорится, другим биологическим организмам не повезло, они не могут вырабатывать белки. Грибам уже не повезло, а тем более тем, кого мы относим к животным. Животные – это такие биологические организмы, которые не могут сами синтезировать белки. Ну, в этом смысле под это определение попадают эти грибы. Они так вот и туда вроде попадают, и сюда попадают. Поэтому грибы представляют собой, когда вы имеете дело с тем, что относится к одному и к другому, и ни к одному, ни к другому, это называется граница одного и второго. Поэтому можно сказать, что грибы – это граница между растениями и животными. Все животные, как и грибы, они одни белки низкого уровня перерабатывают белки более высокого уровня. Собственно, вот в этом и состоит их отличие от растения. А те, наоборот, из тех элементов, которые вообще не являются биологическими организмами, составляют первичные белки. Что делает человек в процессе своего потребления пищи? Он, положив себе на тарелку рыбу, у которой, как известно, есть глаза, плавники, есть у нее сердце, есть у нее все, так сказать, свойства довольно развитого организм биологического, он ее умерщвляет, он ее приготавливает, жарит, разделяет на элементы, пережевывает, то есть производит анализ, а потом происходит синтез белков из этих элементов, из белков, которые содержатся в рыбе, получается белок человеческий. А также это касается и всех других белков, которые попадают нам на стол. Дело приближается к обеду, и поэтому мы должны знать, что сейчас будет происходить. Сначала разрушение этих белковых
на более мелкие части, но без разрушения белка. Соответственно, белки-то не разрушаются, белки – это довольно малое образование. А потом из синтеза этих самых белков в организме человека и из всего того, что вы наберете себе на обед, синтезируется человеческий белок, элементы вашего организма. Ну вот это какое-то оправдание тому, что мы поедаем сосиски, рыбу, животных, причем делаем это систематически и постоянно. Поскольку животные не могут синтезировать белки, они вынуждены потреблять либо растения, либо других животных. И никакого другого способа продлить свое существование для животных не существует. Поэтому есть, по крайней мере, такое, так сказать, течение, как вегетарианство, дескать, мы не будем есть животных, потому что им плохо, когда их едят. Ну, наверное, а морковки хорошо, когда их едят. Морковки все равно, у нее сознания нет, мы ее это съедим. И свекли хорошо, и картошки хорошо. Хотя, вроде бы, у нее все приготовлено, у той же самой картошки и у свеклы, к тому, чтобы на следующий год пустить ростки. И они ростки пускают тогда, когда вы собираетесь даже их в пищу отправить, а они лежат. И уже эти ростки готовы к тому, чтобы воспроизвести новое поколение этого самого картофеля. Ну и вот отправлять на сковородку. Наконец, на вершине вот этих уровней организации материи стоит высшая форма организации материи, то есть человек. Но человек взятый как социальное существо, как общество. Высшая общественная форма организации материи. Итого мы рассмотрели механическую, физическую, химическую, биологическую и высшую общественную форму организации материи. Вернее, высшую общественную форму организации материи мы еще не рассмотрели, а только к ней подошли. И вся последующая часть курса философии будет посвящена рассмотрению вот этой самой высшей общественной формы организации материи. В чем отличие высшей общественной формы организации материи, что у животных, которые составляют вот эту форму организации материи, имеется особое свойство отражать отражение мира. Отражение мира и его преобразование. Если мы будем настаивать только на первой половине свойстве отражения мира, то, как вы понимаете, и кошки, и собаки, и другие высшие животные – они картину мира себе представляют в мозгу. А вот чем отличается, писал Маркс, самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы, тем, что он прежде чем создать или приступить к созданию своего творения, здания, он должен построить его в голове, или другими словами, на бумаге. То есть он должен сначала его представить, представить как то, что является собой будущий результат деятельности человека, а потом приступить к этой деятельности, то есть к практике, к труду и производству. Поэтому в своих действиях, в преобразовании мира с помощью отражения мира органами чувств и мозгом человек – как форма существования материи, далеко ушел и далеко оторвался от всех других форм существования материи, которые не обладают ни сознанием, в которых нет труда, нет производства и нету тех вот особенностей, которые отличают именно человеческое общество. В социальной форме движения и в социальной форме организации материи мы отличаем общественное бытие и общественное сознание.
Что такое общественное бытие? Общественное бытие – это материальное производство. А что такое общественное сознание? Это не только сознание тех, кто живет в настоящее время, не только сознание ныне живущих, не только сознание на нынешнего поколения, а сознание, которое уже зафиксировано в созданных человеком средствах сохранения и накопления знаний. Это книги, это произведения литературы, живописи, музыки, вообще искусства, и которые являются различными формами постижения мира. Существует всего три формы постижения мира. Это первая форма постижения мира, это религиозная форма постижения мира. Она представляет мир как земной мир, как мир на небесах. Фантастическое отражение земного мира. Отсюда и такая характерная особенность этого отражения, что вот те, кто на небесах, очень похожи на тех, кто на земле. Но тем не менее, тех, кто на земле, или некоторых из тех, кто находится на земле, называют преподобными. Кому? Преподобными тем, которые на небесах. Но мы из курса геометрии с вами знаем, что если один треугольник подобен другому, то и другой подобен первому. Понятно, что это взаимное подобие. И вот так получается, что Мария, которая является матерью Христа, с ребенком она является неким подобием молодой матери, которая только что родила ребенка и его качает на руках, поскольку то, что люди видят в своем земном мире, они, фантазируя, возносят куда-то ввысь для того, чтобы дополнить его теми фантазиями, которые заменяют отсутствие знания. Другая форма постижения мира – это постижение мира в образах. Сюда относится все искусство. И для того, чтобы передать чувство, а именно этим занимается искусство, понятия, в общем-то, и не обязательны. Хотя понятия используются в беллетристике, то есть в художественной литературе, но у них подчиненные роли, они не имеют самоцели. Задача этих, использования этих понятий – создать определенные настроения, передать определенные чувства от одного человека к другому, от писателя к читателю. И точно такие же задачи решает художник, и такие же задачи решает и композитор. Ну, как вы понимаете, независимо от того, на каком языке говорит композитор, независимо от этого, его произведения художественные понимают во всем мире. И это понимание скорее больше похоже на восприятие, на передачу чувств, потому что чувства можно передавать и без того, чтобы они превращались в слова, тем более слова, записанные или выполненные на определенном языке. Это вторая форма постижения мира. Третья форма постижения мира – это постижение мира в понятиях. Высшая форма постижения мира – научное постижение. И вот общественное бытие и общественное сознание существует как две такие составляющие общественного организма, общества. Причем общественное бытие, а именно материальное производство, является его основой или, говорят, базисом. А общественное сознание, а также политические, юридические институты являются надстройкой. Материализм, который поначалу
исходил из утверждения, что материя первична, а сознание вторично, сейчас находится на таком, после открытий Маркса и Энгельса, находится на таком этапе, когда он сформулировал и сделал следующий шаг и сформулировал следующий тезис, который является основополагающим для исследования общественной формы организации материи, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, для того, чтобы нам знать, что такое общественное бытие, нам нужно знать, что такое производство. А чтобы знать, что такое производство, надо знать, что такое труд. И не путать труд и производство. Правильно? Что такое труд? Труд, который сделал человека человеком, то есть который послужил вот той силой, которая вывела его, отделила от другого животного мира. Вот труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Маркс определяет и более полно труд. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Производство, связанное с трудом, категория, но более сложная. И это можно увидеть, если мы поставим такой вопрос. Вот сейчас на полях в России труд идет? Нет. А производство идет? А производство идет. Потому что растут озимые культуры, они покрыты снегом, но они живые, они укрепляются, они закаляются, и они первыми, как только будет, вот сейчас начинает таять, они первыми забирают ту воду, которая получается в результате таяния снегов. А вот что касается яровых культур, то есть те, которые высеваются весной, они когда будут высеваться? Ну, когда может на поля выехать техника, когда может она выехать? Когда вот эта вот вода, которую сейчас забирают озимые культуры, вот сейчас они начинают ее забирать и используют для своего бурного роста в весенний период, вот когда эта вода сойдет, и уже нельзя ее будет использовать, тогда выйдут трактора и будут вести сеялки. Сеялки высеют яровую пшеницу. И вот только тогда начнется рост яровых. Поэтому, конечно, урожаи озимых культур намного выше, чем урожай культур яровых. Но вот озимые культуры когда нужно посадить? В октябре. И начинается тогда рост в октябре этих озимых культур. Они под снегу уходят вот такого примерно роста, изумрудно-зелеными. И в течение зимы руки человеческие не притрагиваются к этому. Никакого труда не осуществляется, а производство идет. Поэтому производство более глубокое и более серьезная категория. Оно предполагает, что труд прикладывается в то или иное время, но совсем не обязательно постоянно. Даже если вы берете производство, скажем, станочника какого-нибудь, то есть труд какого-нибудь станочника, то производство идет все время, а он время от времени регулирует станок, устанавливает там или заготовку, или регулирует управление этим станком, а потом он наблюдает за процессом, как бы не вмешиваясь в этот ход. То есть это вообще характерно даже для любого производства, тем более для сельскохозяйственного. Что такое производство? Производство есть процесс присвоения. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее.
производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Во-первых, в силу смертности, как говорится, всех биологических особей, в том числе и человека, в том числе какого бы то ни было рода он и уровня ни был, необходимо постоянно поддерживать его обмен веществ между человеком и природой. Для поддержания этого обмена необходимо, чтобы постоянно функционировало производство и доставляло необходимые для этого материальные блага. Это во-первых. Во-вторых, человек пользуется не только тем, что создается в период его жизни, а он пользуется всем тем, что создано за всю историю существования человечества. Он пользуется не только природой девственной, но и природой преобразованной, очеловеченной. Вот все, что нас с вами окружает в этой аудитории, это что? Это природа. Правильно? Это же не люди. А какая? А человеческая природа. Что такое стол? Он сделал в лучшем случае из дерева, но, скорее всего, из нецельного дерева, а из древесно-стружечных плит, которые в основе имеют природное происхождение. Все то, что нас окружает, так или иначе, вот, в том числе и пластмасса, которая использована для приготовления этих столиков, изготовления столиков, она тоже в качестве составных элементов, исходных, имеет то, что получено человеком методом добычи из земли, методом добычи полезных ископаемых. Стулья просто деревянные, посмотрите. Они, так сказать, имеют более короткий путь в своем изготовлении. Здесь же вы имеете вот ткани, вы имеете пол деревянный, вот потолок. Скорее всего, он бумажный. Прессованная бумага, которая сделана, может быть, в ходе переработки макулатуры. Ну, а самая ценная бумага, на которой делаются деньги, печатаются денежные купюры, делается из чего? Из тряпья. Так что мы об этом специально не говорим, но если мы сейчас рассматриваем эти проблемы, мы должны понимать, что человек, он, так сказать, из природы вышел, но и не расстался с нею. Он не может существовать без природы, без постоянного с ней обмена веществ. И эту функцию выполняет производство, регулируя, когда и как, и кто занимается трудом, а кто известное время не занимается, как дети, или уже потом не занимается, как пенсионеры. И в это время значит, их содержат и обеспечивают другие люди, которые занимаются трудом. А производство есть процесс общественный. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Что такое процесс? Чтобы понять, поскольку это важное определение, мы его будем не раз использовать и употреблять, что такое процесс? То есть я имею в виду производство. Давайте разберем все составные понятия, которые используется в понятии производства. Что такое процесс? Кто скажет? Слышали слово такое процесс? Слышали? Ну, вот это классический случай. Слово известное, ну, как говорил Гегель, известное еще не есть от того познанное. И он же объясняет, почему вот вы не познали. Потому что кто будет познавать то, что и так уже известно? Ну, согласитесь, странно, правда? И так всем известно. Зачем думать? Поэтому основная масса людей не задумывается о чем. Как раз о том, что больше всего или раньше всего известно. Особенно, если это известно с детства, то люди с детскими представлениями доживают до глубоких седин. Что такое процесс? Вот попробуйте сказать. Я же не сомневаюсь, что вы это слово не только один или два раза слышали, что вы его многократно слышали и употребляли сами. Что такое процесс? Давайте подумаем.
Это движение, конечно, да. Но этим мы далеко не продвинулись, потому что не всякое движение – процесс, да? Целенаправленное движение. Целенаправленное. То есть, если вот что-то выливается из бутылки само, потому что вы его уронили, то вот у вас цели такой точно не было, чтобы из него выливалось. А движение есть, а цели нет. Не целенаправленно, не обязательно. Совсем не обязательно. У вас есть вот какие-то процессы в вашем организме идут сейчас, которые никак вы не можете сказать целенаправленно, потому что никакие цели между там, элементами там, крови или лимфы ставите, они в соответствии с этими целями куда-то направляются и так далее. Это очень странное было бы понимание. Не надо придавать некоторым более элементарным категориям значения более сложных. Никакой цели не обязательно. Есть такие процессы, которые связаны с целью, правильно? Скажем, процесс войны обязательно ставит, предполагает, есть цели в этой войне у того, кто начинает, и того, кто защищается. Что такое процесс? Процесс – это изменение во времени. И все. Если вы абстрагируетесь от времени, какие-то изменения о времени ничего не говорите, то это еще не процесс. Вот когда вы берете изменения во времени заведомо, это процесс, подчеркиваете, хотите подчеркнуть временной характер этого изменения. Осталось узнать, что такое изменение. Кто скажет, что такое изменение? Это тоже то слово, которое вам известно. А зачем задумываться над тем, что и так известно? Это вот мы, так сказать, на занятиях по философии как бы заново пересматриваем весь свой арсенал понятий, чтобы у нас в голове не было таких понятий, про которые мы не знаем, что они означают в точном смысле слова. И чтобы у нас не было просто детских представлений первичных, какие у нас имеются по некоторым вопросам, а наши понятия были бы вполне свежими и точными, и научными. Что такое изменение? А? Есть движение, преобразующее определенную систему. Преобразующее что? Систему. Систему? Ну, а как, что такое? Ну, хорошо, я тогда вас спрошу, раз вы свели движение к преобразованию, я, значит, спрошу вас про преобразование, и это будет уже форма движения. Потому что, когда говорим о преобразовании, имеется в виду деятельность человека. А движение реки, например, не деятельность человека. Движение воды. Поэтому вы от более простой категории отсылаете меня к более сложной. А это прямо противоположно научному методу. Научный метод движения – это от простого к сложному. Сложное – сложное из простых. А вы хотите простое, сложите из более сложного, из преобразования. Ну, конечно, изменение. Какое движение, так и непонятно. Мы же говорим движение, но разное бывает движение. Результат движения. Результат движения – это то, что когда завершается движение, то получается результат, а у вас само движение – результат. Значит, вот это тоже не такая простая задача. Ее, чтобы ее решить, вот Гегель достаточно много шагов проделывает в своей науке логики и подходит к понятию определенного наличного бытия, нечто. И вот рассматривает это нечто, и в этом нечто он рассматривает его равенство с собой и его неравенство с собой. Всякое нечто, оно равно самому себе, правильно? Вот вы равны самому себе? Или у вас сомнения уже появились? Вы равны? Можете сказать положительный, дать положительный ответ, что вы равны самому себе, да? Вот тут и есть, но тут есть одна заковыка. Вот если мы на этом остановимся и скажем, вот вы равны самому себе, и вы тоже равны, и вы равны, и вот у нас уже с вами больше чем полтора часа, почти 2,5 часа идут занятия, а вы остаетесь равными самому себе, самим себе. О чем это говорит? Попался такой преподаватель, что от его лекций ничего не меняется в головах этих людей, а следовательно, это все абсолютное, пустое, никчемное занятие.
Можно это с другой стороны трактовать, что преподаватель все вроде правильно читает, студенты попались такие, которые, сколько им не читай, а они все остаются равными сами себе. И у нас есть даже такой анекдот, чисто преподавательский, что вот студенты такие попались непонятливые. Раз им объяснил, не понимает. Второй раз объяснил, не понимает. Третий, не понимает. Четвертый, не понимает. Пятый раз, я уже понял. Они все равно не понимают. Значит, второй вопрос, который я могу задать в соответствии с тем, как рассматривает эту категорию Гегель. А если я вас спрошу, а вы не равны самому себе? Что вы ответите? Не равен. Тоже. Скажете, да, правильно? Да. Потому что как? Идет все время, человек дышит, человек думает, да, воспринимает знания, человек моргает. Вот я заметил, что вы уже несколько раз моргнули. Раз вы моргнули, значит, вы не равны самому себе. И все понимают разницу между человеком, который закрыл глаза, и человеком, который открыл глаза. Точно не равны. И что получается? Вот это вот единство, равенство и неравенство, оно закрепилось и в языке. И Гегель, вот, разбирая эти категории, он приходит к выводу, на такой интересной фразе, рассматривая иное само по себе, иное, есть такая категория, иного, да, есть нечто, а есть иное. Вот можно сколько угодно перебирать нечто по отношению к иному, иное по отношению к нечто, нечто по отношению к самому себе, а вот иное по отношению к иному. Как оно? Как вы назовете? Что это такое? То есть Гегель ищет и в языке отражение тех мыслительных операций и тех понятий, которые закрепляются, в конце концов, в языке и отражаются. Иное и новое – это что? То есть иное. Вот то же самое, не то же самое, а иное. И вот получается у нас такое выражение. Давайте его рассмотрим, зафиксируем и рассмотрим. Иное и новое есть иное. Какие мысли в этом высказывании содержатся? А содержатся в нем две противоположных мысли в этом одном высказывании. Иное и новое есть иное. Ну, как было иное, так и осталось иное. Посмотрите на начало фразы, да? Иное и новое есть иное. И на конец фразы. Видите, было в начале иное, и в конце иное. Это равенство с собой, правильно? А теперь слушайте меня внимательно. Иное и новое есть иное. Что, непонятно, что написано иное? Так это, то есть, не равенство с собой? Правильно? То есть, в этой же фразе существует и записано, и неравенство с собой. А как называется единство, равенство и неравенство, нечто с собой? Изменение. Вот. И мы получили тогда с вами строго выведенное определение изменения. Изменение есть единство, равенство и неравенство с собой. В этом смысле, вот вы тоже правильно сказали в самом начале, что материя движется, а движение – это изменение. Правильно? Мы же не знаем, изменение бывает в худшую сторону, в лучшую сторону, любое, какое угодно изменение. А если мы берем материю равной самому себе, то есть протяженностью, вот она в абстрагировании неравенства с собой. Что это будет? Протяженность материи. Поэтому различаю, что вот характеристика, которая дает нам понимание протяженности материи, равенство ее с собой, это пространство. Пространство – это не что-то какое-то, куб или короб, куда помещают материю, или материя помещена, а это сама материя, но взята со стороны своей протяженности, со стороны равенства с собой. А эта же материя, взятая со стороны своего неравенства с собой, это изменяющаяся материя. А изменение – это и есть вот тот процесс, который происходит во времени. Изменение как неравенство материи с собой. Вот что мы с вами получаем.
Вот после этого мы уже хорошо представляем, что такое изменение материи. И это изменение может быть положительным, может быть отрицательным. Для материи высшей формы характерны такие изменения, которые поддерживают ее существование. И само общество обеспечивает свое самосохранение. Не только отдельный белок, он тоже через обмен веществ поддерживает жизнь как способ существования белковых тел, но и общество в целом поддерживает свое существование. Ну, вот это уже тема, которую мы будем рассматривать дальше. Ну, и это некая основа, на которой мы будем рассматривать все, что относится к социальной форме движения материи. Спасибо за внимание.